Друзья, приветствую на канале Карим Управиль, канал обо всем. Нахожусь на Арском кладбище Казани, воинское захоронение. Стоит вот такой памятник на воинском захоронении. Надпись на постаменте: пускай ты умер, но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым свободе и к свету. Максим Горький. Вечная память славным советским воинам, павшим вниз Великой Отечественной войны 1941 года, 1945 годов, в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. Захоронение очень большое. Списки на стеллах и на камнях. Если посмотреть, это скорее всего погибшие в госпиталях. Рядом госпиталь находится, находился военный, и вот сейчас закрыли. Друзья, напоминаем, находимся на Арском кладбище в городе Казань. Военные захоронения перед нами. Канал Карим Управиль. Канал обо всем. Друзья, подписываемся на мой канал. Буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо, друзья. До свидания.